Улыбки и слезы, теплые объятия и фотографии на память. Особое настроение сегодня и у родителей. 11 лет промчались незаметно, говорит Ольга Никулич. Ведь кажется, что совсем недавно привела дочь в первый класс, а сегодня она выпускница. К выпускному готовились волнительно. Сегодня уже все хорошо, уже все практически закончилось. Все самое страшное позади. Впереди только все новое, интересное. Будем мечтать о будущем. За хорошую учебу и высокие баллы на экзамене ребят сегодня награждают медалями. Отличников приглашают на сцену вместе с родителями. Мамы и папы получают благодарность за воспитание детей. Сегодня над площадью города Искитима прозвучали ваши имена. И мне бы хотелось, чтобы спустя годы эти имена вошли в историю нашей страны. Вы станете учителями и врачами. Вы станете инженерами и конструкторами. И, как я поняла, даже президент Российской Федерации уже будущий где-то среди вас. Особо волнительно выпускной бал проходит для девушек. Для такого торжества необходимо подобрать наряд, прическу. Одно радует, что все экзамены позади. Очень переживательно, конечно. Не верится то, что уже 11 лет прошло. Вот. Я очень счастлива. Традиционно выпускники на площади танцуют вальс. В этом году подготовка была особо сложной, признаются школьники. Репетиций было много. Мы к этому дню очень долго готовились. Это очень волнительное событие для всех 11-классников, их родителей, родственников, друзей, просто даже близких людей. Вальс очень жду, он в конце, потому что мы к нему очень долго готовились. Там было очень тяжело, на жаре, постоянно 30-градусная жара, каждый день подготовки. Прям почти практически без передышки. Для выпускников этот вечер имеет особое значение. После начинается новый этап поступления в вузы, выбор профессии и самостоятельная жизнь.